Наблюдение за загрязнением атмосферы в Ульяновской области ведет гидрометцентр с 4 стационарных постов федерального назначения и с 10 регионального. Последний на сегодняшний день, 10-й, заработал 1 февраля в Засвяжском районе Ульяновска. Пункт контроля установили на пересечении улиц Промышленной и Ефремова. Место для объекта наблюдения эксперты подбирают специально. Влияет сразу несколько факторов. Соседство жилой застройки промышленной зоны, наличие трасс, а также рост ветров. Не менее важным фактором является и мнение жителей. Жалобы постоянно исходят отсюда. Жалобы и на неприятный запах, и на какие-то даже химические вещества, которые люди чувствуют в воздухе. Именно на основании этих жалоб был установлен пункт контроля. Пост автоматизированный. Воздух с крыши попадает в аспираторы, которые подсоединяются к сорбционным трубкам. Показания оксида углерода каждые 20 минут снимаются с помощью газоанализатора. Отбор проб воздуха происходит в час ночи, в 7 утра, в час дня и 7 вечера. В 7 утра следующего дня специалист везет пробирки с показаниями в лабораторию Ульяновского гидрометцентра. По результатам анализа выдается экологический бюллетень, который размещается на сайте Министерства природных ресурсов, на сайте нашего гидрометцентра и на сайте администрации города Ульяновска, и на сайте будет размещаться Засвияжского района для информирования населения об уровне загрязнения атмосферного воздуха. С 1 февраля информация о ситуации в витающей воздухе начали передавать еще 2 поста в Сенгиле и в Сурском. Усиление экологического мониторинга стало одним из поручений президента Владимира Путина, которое глава государства озвучил в послании Федеральному собранию. У нас на очереди такие населенные пункты, как поселок Мирный, такие как рабочий поселок Муловка и еще целый ряд населенных пунктов, которые позволят нам в целом достаточно эффективно контролировать ситуацию с мониторингом атмосферного воздуха. В целом обстановка с охраной атмосферного воздуха в Ульяновске удовлетворительная. В 2019 году зафиксировано менее 100 превышений, которые имели низкие показатели, то есть едва доходили до отметки 5 предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости УПРАВДЫ ТВ.